Дорогие друзья, я вас очень сильно приветствую на канале Детской кухни. Чтобы знать, что мы сегодня будем готовить, нужно ответить на один простой вопрос. Как вы думаете, какая была любимая каша Петра Первого? Правильно, как учит нас история, перловая каша была любимой кашей Петра Первого. Но, к сожалению, в наше время ее практически так никто не готовит, рецепт был давно утрачен. Сегодня мы возобновим рецепт, которому уже больше 200 лет, и приготовим такую перловую кашу, от которой не откажется ни один ребенок, ни один взрослый. Могу сказать по собственному опыту, могу сказать по опыту своего старшего брата, он служил еще в советское время в армии, и у них очень часто давали перловую кашу, и она его так спротивила, что он после этого больше не мог есть перловую кашу. Так вот, эту перловую кашу смогут есть даже такие люди, как мой старший брат. И чтобы у нас все получилось, и перловая каша была даже лучше, чем заявлено, слушаем первый одесский анекдот. Разговор где-то в Одессе. Наум Соломонович, а какая разница между влюбленным мужчиной и женатым? Вы знаете, я отвечу вам на ваш интерес. Влюбленный мужчина не находит слов, а женатый таки не успевает их вставить. И ингредиенты. 1 стакан перловой крупы, 1 литр воды для замачивания, 50 грамм сливочного масла, 2 литра молока, 3 щепотки соли, от 1 до 3 столовых ложек сахара. Дорогие друзья, мы сегодня приготовим волшебный северный рецепт перловой каши, которому уже больше 200 лет. Блюдо называется «Настоящая перловая каша. Любимая каша Петра Первого». Секрет первый, и он самый главный, именно подготовка перловой крупы. Почему, как правило, перловую крупу никто не любит? Из очень простого объяснения, потому что зерно нормально не разваривается, и когда кушаешь, собственно, вот неприятно все эти вещи ощущать. Поэтому что мы делаем? Обязательно промываем перловку несколько раз под проточной водой, сливаем все несъедобные части, промываем до прозрачной воды. Затем заливаем стакан перловки ровно 1 литром кипяченой прохладной воды, и нам нужно настоять минимум 10-12 часов. Ну, как правило, это делают на ночь, а с утра продолжают готовить. Прошло ровно 12 часов, вот что у нас получилось. Зерно перловое немножко разбухло, увеличилось по объему в 2-2,5 раза. Сливаем воду, опять хорошо промываем. А пока мы промываем, тем временем 2 литра молока нам нужно подогреть на плите до температуры 40-45 градусов. Молоко немножко подогрели. Высыпаем в него перловку. На среднем огне доводим до кипения и дать покипеть ровно 5 минут. Смотрите, параллельно, поскольку нам предстоит длительная водяная баня, я взял кастрюлю побольше. Сейчас нужно, чтобы там закипела вода. Итак, молоко закипело. Делаем тихий огонь. Засекаем ровно 5 минут. Нужно будет перемешивать, чтобы не пригорало ни молоко, ни крупа перловая. Итак, приготовили мы водяную баню. Из чего она состоит? Из большой кастрюли, где кипит вода, и маленькая кастрюля, в которой, собственно, будет вариться наша перловая каша. Маленькую кастрюлю накрываем. И дальше на водяной бане каша должна вариться ровно 6 часов. То есть, на самом деле, среди всех рецептов перловой каши, это самый простой вариант. Тут практически ничего не нужно делать, все за нас будет делать плита. Единственное, что раз в 2 часа просто подливать кипятка для водяной бани. Если дома кто-то есть, из бабушек, студентов, дедушек, старших школьников, собственно, если с этой задачей могут спокойно справиться. Все это стоит тех усилий, потому что то, что получится в результате, если вы так раньше перловую кашу не готовили. За час до приготовления добавляем 3 щепотки соли, 2 столовые ложки сахара, сильно сладко делать не будем, и 50 грамм сливочного масла. Все это перемешиваем. Вот такая у нас получилась разваристая каша. А вкусная будет, боже! Я уже не могу дождаться. Накрываем крышкой, даем еще на водяной бане ровно за час до потомиться. Затем кастрюлю вынимаем, даем под крышкой настояться 15 минут. И всех родных зовем к столу. До встречи в финале, друзья. Слушаем еще один одесский анекдот. На Дерибасовской разговаривают две дамы. Сарочка, а ты ничего не замечаешь? Нет, а шо? Да я была в косметическом салоне. Да? И шо, он был закрыт? Дорогие друзья, встречаем новый кулинарный шедевр на канале Одесской кухни. Прошло положенных 6 часов. Что могу сказать? Отведал пару ложек. Оторваться невозможно. Когда у вас будет возможность отведать эту вкуснятину, эту настоящую перловую кашу, обязательно поделитесь лучшими друзьями, знакомыми, родственниками. Сделайте репост в самые шикарные просторы интернета.
Пишите вкусные комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Одесской кухни». Берегите себя и своих родных. Приятного аппетита! Пока!